Всем привет, дорогие друзья, подписчики, случайные гости, зашедшие на канал. Не забываем про комментарии, лайки, подписку и колокольчик. Как избавиться от мышей раз и навсегда? Я очень признателен, если это видео распространите в соцсетях, многим принесет пользу. Распространяйте ролик среди своих друзей и знакомых. Приступим. Самые лучшие способы по уничтожению мышей. Здесь у нас разбавлена мука и алебастр. Один к одному. Я просто в пустую пачку насыпал это все содержимое с подсоды. В общем, таким способом, если мыша хоть одна съест, у ней будет завар кишок. Крыса, мыши. Знаете, еще этот способ чем уникален. Немногие сейчас мыши к современным отравам притрагиваются, особенно крысы. А здесь именно мука, она вообще в качестве приманки всегда использовалась. И у грызунов никогда подозрения оно не вызывало. Всегда ели. Можно использовать муку с борной кислотой, один к одному размешивать. Тоже эффективный способ, так как отборные кислоты парализуют органы у грызунов. Но борную кислоту, конечно, надо использовать так, чтобы домашние животные не притронулись. Хотя домашние животные, они не будут муку, конечно, лизать, там, допустим, кошки. Но, тем не менее, это в недоступных местах нужно устанавливать. Так что этот вариант очень подойдет для многих людей. Это что касается нашего способа заменителя, можно так сказать, отравы. Другой у нас вариант идет. Вот наша 1,5-литровая бутылка. Берем, открываем пробку. Я налил сюда масло подсолнечного. Ну, от 100 до 150 миллилитров подсолнечного масла. Можно рафинировано, можно нет. Ну, какое есть дома, без разницы. Я, знаете, использовал и жареное масло. Думал, так лучше привлекает их запах. Не, их масло вообще, по сути дела, привлекает их. И они в любом случае сюда залезут и вылезти уже не могут. И у меня на моем канале неоднократно, я уже каждый год снимаю видео на эту тему. И сейчас просто мышей нету, я бы показал бы на личном примере. Ну, у меня есть на канале, можете там найти. Мыши сидят, они вылезти не могут. Они вот так буксуют, гальмуют, вылезти не могут, потому что они в масле в этом вязнут и без вариантов им на поверхность. Такая мышеловка подойдет для любых домохозяек. Брызгливых там нет. И чем она уникальна? Тем, что можно несколько установить. К примеру, я вот жилье снимал, еще тоже по квартирам, лет 10, наверное. Вот один частный дом я снимал. Там столько было мышей, очень много. И мышеловки, ну просто, я их сколько, я их 5 штук взял, ну я запарился. У меня кот лоснился там весь от этих мышей уже. Весь большой был, жирный. Он уже их не успевал всех есть. Ну, в действительности так. На окраине жили мы там возле поля. Так вот. И вот такими ловушками я их просто-напросто вылавливал штабелями. Они залазили туда по несколько. Таким способом можно без труда их выловить. И где угодно. На чердаке. Еще, кстати, что хочу сказать, что если мышь у вас завелась в машине, тоже вот один мне подписчик писал, как вы выловить мышу вот дальнобойщик, у него, в общем, завелась она там в кузове. Ну, таким способом, он что только не делал, без труда выловил. Так что очень подойдет для любого человека.
такая ловушка, без труда вы можете мышей выловить. Не переживайте, в такого горлышка, некоторые в комментариях тоже пишут, как она может залезть? Да вы что, такое горлышко сюда мышь самая толстая пролезет. Любая пролезет, потому что у них, им главное, чтобы череп пролез, а так она вытягивается. Я вам покажу, какие дырки и через какие мыши дырки пролазят. Вот. Дырдочка. Отсюда мыши и пролазят. Сейчас. Еще один способ. Отпугивающие средства. Отпугивающие средства тоже эффективны. Это уже третий вариант, как избавиться от них. Отпугивающие средства. Начнем. Перечная мята. Эффективный способ, да, не спорю. Перечная мята. Черный перец засыпал я. Черный, ну не то. Красный перец. Красный перец, да, они чихают, им очень он, ну, попадает, конечно, ну представьте, слизистая их не тоже, конечно, дискомфортно им, раздирают все. Поэтому они стараются тогда делать в других местах дырки. Таким способом вы от них не избавитесь. Вы просто, оно в другом месте сделает дырку. Их это сильно не отпугивает. А отпугивающие средства, вот сейчас я покажу. Многие разные используют всякие мази там. Ну, знаете, не все я знаю, но то, что знаю. Вот березовый деготь, это самое мощное средство. Именно отпугивающее. Берем, смачиваем ватный диск. Ватный диск смочили, засунули в дырку. И они... Березовый деготь можно в аптеке приобрести, он более такой концентрированный. Запах, да, невыносимый, противный. Ну, выбирать вам, что именно лучше для вас, будь то ловушка, будь то борная кислота с мукой, или гипс, или алебастр. Таким способом вот засунули в дырку, и все, и мыши будут бежать, куда глаза глядят. Не у вас и не у соседей. Если у соседей, если у вас в квартире завелись, то тоже желательно, чтобы соседи так проделали. Вот у нас дырочка, сюда можно засунуть. В общем, это образно показываю. Мышей-то нет уже дома. Либо где вот они бегают, мыши, вы можете таким способом по периметру. По периметру такие ватные диски. Конечно, такой вариант подойдет, как на даче хорошо, в сараях, в квартире запах будет сильный. Ну, для квартиры, если обнаружили дырку, возьмите лучше со шприца, пролейте туда и заткните ватным диском дырку, либо ватой, ну, чтобы запах на поверхность не выходил. Тогда вам не надо ничего смачивать, просто взяли, заткнули. Таким способом, да, в действительности... В квартиру не будет поступать этот запах, но будет, если со шприца на поверхности, конечно, запах учет специфический такой. Поэтому пролили. Такой вариант очень подойдет везде. Вот они под плинтусами, они где-нибудь лазят. Таким способом можно избавиться. Но хочу еще сказать, что вот, что мне именно вот понравилось. Из-за всего, что я сам показываю, что я использую. Использую, конечно, вот именно мне нравится такая ловушка. Ловушка, она мне выручала неоднократно. В любом случае, если не сразу вы поймали всех мышей, они поймаются. В любом случае, это на 100%, я вам еще раз гарантирую, на 100%. И доступ, чтобы, конечно, не было, ну, если вы живете в частном доме, у мышей есть всегда чем полакомиться, то, конечно, если у вас зерно есть, в любом случае, они, ну, они все равно поймаются. Я еще раз вам говорю, у бабули тоже такую установлю. У нее там и курей она держит. Все равно они забегают в любом случае. Так что в квартире, на даче вы выловите. Подписываемся на канал, распространяем ролик. Всем желаю благополучия,
семьях. Всем пока!